Банде Гуру Пада Дандам Бхакта Винда Саманитам Шри Чайтанна Прабхум Банде Нитта Ананда Саходитам Си Нанда Нанда Нанга Банде Радхика Чарана Даям Гопи Джано Самаюктам Винда Банам Манухарам Ванча Калпатару Ващаки Пасинда Бивача Патитананг Павуни Бхавишна Вибхьо Наму Нама Мукан Кароти Вача Ланг Пангунг Ланг Хайта Гирим Ятки Патам Ханг Банде Парама Ананду Мадхава Бриндавай Тусиде Байпиявай Кесава Сача Кришна Бхакти Паде Деви Сатта Ваттвай Намо Нама Нараяна Намаскритта Наранчайва Нараттама Девин Сарасватин Весам Тато Джайо Мадхира Санкиртане Кришна Катхопадеши Гаурия Патрашва Пракаса Неча Шадануракта Гуру Бхакти Йокта Бхакти Прамодакша Джагад Бхагавана Дхейям Сада Парибхавагна Бхавишта Дохам Тетхас Падам Сива Виринчанатам Сараньям Виттатвихам Панутапал Бхавадипотам Банде Махапурушати Чаруна Арвиндам Ятпада Паллавана Качандамани Чатая Беспуриджита Кимепикова Душа Дарши Пурунану Рагура Сасагура Сара Мурти Сарадхи Камай Када Кипам Карус Шри Кришна Чайтанна Прабху Нитананда Шри Аддайта Гададхара Сивасади Гаура Бхакта Винда Шри Кришна Чайтанна Прабху Нитананда Шри Аддайта Гададхара Сивасади Гаура Бхакта Винда Харе Кришна Харе Кришна 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 Харе 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 Рама Харе Рама 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 Харе Аджану Ламмита Бхужау Канака Бодато Санкиртанай Капитару Камала Хитакшо Вишам Баро Диджаваро Югадарма Пало Банде Ягат Приякару Каруна Бхатару Харе Кришна Харе Кришна 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 Харе 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 Рам Харе Рам 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 Харе Харе Намами Ганге Тава Пад Панкаджам Сура Сурайр Бандито Дипа Рупам Бхуктинча Муктинча Дада Синитам Бхавану Рупе Насада Наранам Ганга Таранга Рамания Джата Калапам Гаури Нирантара Вибуши Тобам Бхагам Нараяно Прияманго Мада Пахарам Варанаси Пурапати Бхаджави Шанатам Ваги Саджаша Бадане Лакшмир Джаша Чабакшаши Джасьяси Хидай Самбихит Там Нишинга Махам Бхаджи Харе Кришна Харе Кришна 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 Харе 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 Рама Харе Рама 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 Харе Харе Джасьяасти Бхактир Бхагавати Акинчана Сарвагуна Истатру Самасати Сура Хару Абхакта Сукуту Махадгуна Манорathin Асато Дхаватавай Джасьяасти Бхактир Бхагавати Акинчана
sarva-guneś-tatru samasati-suraha haru abhakta-shakuto mahad-gunaha manorathin-asato-dhavato-bahi Gauri-goshti-pati Gauri-goshti-pati Shishila Bhakti-siddhanta Sarasati Госвами Такур Прабхупада Парамамса Джагадгуру сказал, я могу предаться лотосным стопам такого возвышенного Парамамса Гурудева, кто мог бы мне дать стопроцентный мангал, обеспечить стопроцентный мангал. Он не должен меня, он не может меня обмануть. Я могу принять только такого гуру. Гаудия Гоштхипати Шишила Бхакти Сиддханта Сарасвати Такур Прабхупад Парамамса Джагадгуру сказал, я хотел бы принять прибежище в таком возвышенном гуру Падме Парамахамсе, кто мог бы обеспечить стопроцентный мангал мне, стопроцентным благом. Who is going to give me patishtha, тот, лап, кто мне дает патишту, это не гуру. Тот, кто добавляет масло в огонь, который уже горит внутри моего сердца, огонь желаний. Тот, кто добавляет туда масло, точно он не является гуру. Он добавляет огонь, и он увеличивает желание славы, денег, женщин. Это не гуру, это мой враг. Тот, кто меня не упрекает, не ругает, не поправляет, не бьет, он меня не гуру. Он меня не гуру. Он обманщик. Я не могу принять такого гуру. Мне не нужны лаба, пуджа, пратишта. Я ушел из дома, чтобы посвятить свою жизнь лотосным стопам Гуранги. Я оставил все. И что, сейчас мне опять нужно увеличивать каму? Это никуда ни на что не годится, это опасно. Парамбхуджапати Кешава Госвами Махарадж, после того, как Прабхупада оставил этот мир, Кешава Махарадж, он расплакался и сказал, сейчас кто меня отругает, кто мне скажет, ты глупый, ты ничего не знаешь, иди сюда, сядь. Ты ушел. Кто будет так со мной разговаривать? Кто мне скажет, что я дурак номер один? Это вопрос о чувствах. И речь идет о, восприятии, о чувстве. Здесь речь не идет о какой-то борьбе. Если у вас есть такое осознание в сердце, возвышенное, тогда вы поймете, о, Гурудева, у него столько любви ко мне, вот почему он так со мной разговаривает. Строго. Обычно люди, они не могут этого понять. Они не могут понять сердце гуру вайшнавов. А Наротама Такур, он молится Бхагавану таким образом. When that kind of opportunity can come in my life, when my Guru Padma can offer me unto the lotus feet of Rupapada, так случится, что Гуру Пад Падма меня предложит лотосным стопам Рупапады. Sakhi Manjaris, of course, we are not elevated up to that point. Мы, конечно же, мы не возвышены до такой степени, чтобы разговаривать о Сакхи Манджаре, но Наротам Такур пишет также и о них. Sakhi Manjaris can chide. И когда же наконец-таки Сакхи Манджари будут меня отругают меня и научат меня Прабху Локонато кове муре лойя жабе. Прабху Локонато кове муре лойя жабе. Шируперо пад падме муре самарпиве. Хено ки хойве муре норма шохи гане. Онугато Наротаме Корибешашоне. If we are very lucky, very lucky. Если мы удачливы. If we are very, very lucky. Если мы очень удачливы. Then and Guru Vishnu
В таком случае гуру Вайшнава нас примут как своих, и тогда они смогут вас побить, отругать. Но если у вас нет глубоких отношений с гуру Вайшнава, тогда гуру Вайшнав может сказать: окей, пусть он делает, что хочет, пусть он умрет. Бесполезно говорить что-то. Но те, кто, они в линии находятся в Анугате, тогда гуру Вайшнава, они, как только малейшее какое-то отклонение идет, они сразу же хватают нас за уши и тянут в сторону правильного. Strange Siddhanta, Prabhupada, which is impossible for common man to understand. Он установил такую Сидданту странную, и обычным людям невозможно понять эти вещи. Парампуджапад Кешава Госвами Махарадж сказал, что Прабхупада, он не придавал особого значения. Ну, we are не number давал one, большого, большого, как сказать, не... They like to project themselves. Prabhupada used to say they are show bottle. Не выражал такого большого уважения в сторону каких-то очень важных личностей. I don't важных, like to make в смысле, when I can put the bottle in внешне, the showcase, для обычных людей. I mean, when I can put Prabhupada you and put in называл in showcase, таких грандиозных, в кавычках, личностей show bottle. There. Это значит, I don't like to make you ставят, a show bottle. В которых не настоящее лекарство, а в которых налита вода подкрашенная. А просто это просто бутылка для того, чтобы ее поставить в витрину, но на самом деле в ней нет никакого лекарства. То есть Прабхупада сказал, что они, эти бутылки, они могут стоять на витрине. Там, как в аюрведическом магазине, люди идут на улицу, смотрят на витрину, видят, что там есть лекарство в этом магазине, они заходят внутрь. То есть Прабхупада, он знал, что вот эти вот так называемые великие преданные и великие ученики, они не были преданы ему. Но Парамамса Гуру Вайшнава, они видят все в позитивном ключе, и даже в этом он нашел свои плюсы. Он знал, что при помощи таких вот бутылок пустых люди могут привлечься в Гаудиамат, они могут туда попасть, и там уже получить настоящее лекарство. То есть, если вы хотите стать такими бутылками пустыми, тогда я вам могу это организовать. Но если вы не хотите стать настоящим лекарством, тогда вам нужно принять лекарство, которое вам дает гуру Вайшнав. Гурудев никогда не хочет, чтобы мы становились такими пустышками. Поэтому он нас постоянно ругает. Поэтому Прабхупада, он не придавал большого значения таким преданным ученым, большим, которые там ездили, проповедовали, могли лекции давать какие-то. Но он всегда очень был обеспокоен одним преданным, который, по вашему мнению, был очень такой незначимый. Но Прабхупада постоянно спрашивал о нем: где Панчанан? Где Панчанан? Куда он ушел? Но это был, на самом деле, очень простой преданный, с вашей точки зрения. Но Прабхупада, по крайней мере, 2-3 раза в день о нем спрашивал: где Панчанан? Я его не видел сегодня. Где он? Но он же совсем какой-то обычный, простой преданный ученик. Он совершал какую-то простую севу, служил там на кухне, мыл полы там и так далее. И это называется положение ачарьи. When big editor of Gaudiya Math, и when один редактор Гаудия Матха вернулся домой, оставил мат. He can write, и он знал всю философию, он написал столько много книг, мог написать столько много книг. He can write volumes of books. Мог писать he can write volumes of books. He gone. Книг. И suddenly он, в общем, he gone. Оставил мат. Suddenly внезапно. To home. Deca. Вернулся домой в Даку. But Prabhupada, even for a fraction of second, Prabhupada not lamented. Но Прабхупада, он не жаловался даже ни
одной секунды, он ушел домой, кто же сейчас этим всем будет заниматься. Но эта личность, она была очень только внешне важной. Но Прабхупада вообще не придал этому никакого значения. Это прям какие-то чудеса. Прабхупада – это экстраординарная личность, это ачарья. Сначала вы должны задать себе вопрос такой. Это моя просьба вашим лопастным стопам. Now it is my request. Это моя вам просьба. Now it is my request unto your lotus feet. Please, you try to put question in front of. Задайте себе такой вопрос. Because you can look inside your heart. Вы можете заглянуть в сердце, но, возможно, вы не увидите ничего, потому что вы в Майе. Те, кто полностью погружены в Майе, они не могут видеть свои слабости. У них есть множество слабостей, но они их не видят. Hello. So you try to look inside Попробуйте заглянуть себе в сердце и спросите. What do you want? Чего я хочу? You need the absolute property treasure Krishna prema. Вам нужна сокровище Кришна према или вам нужны какие-то дешёвые вещи? Сначала вам нужно себе задать такой вопрос. What do you need first? Чего я According хочу? To that, и в соответствии с этим вы получите результат. Все зависит от положения ситуации в вашем сердце. In European country, American, because экономика работает в Европе, в Америке. Здесь особо не следует никаким правилам экономическим. Whole в Индии. European economy, но American европейская экономия, экономика и американская экономика, principle. Они базируются на basic idea about economics, they can understand. Вот этом принципе. Те, кто понимают что-то в экономике, они поймут, о чем я сейчас говорю. Спрос и предложение идет вместе, идет. Для своих лет это хорошая еда, единственное число. То есть для нас хлеб и масло – это два различных вида еды. Но для англичан это одна вещь. Я написал также книжку «Наука и философия идет вместе». То есть это одно и то же. Demand and supply goes together. Таким же образом спрос и предложение идет вместе. According to that, supply can be met. То есть в зависимости от спроса, мы имеем соответствующее предложение. То есть то, что у вас находится в сердце, то вы получаете. Кто виноват? That is your interest. That is your privilege. Если вы совершаете гуру вайшнава севу, это ваша привилегия. Если вы хотите перестать служить гуру вайшнава, вас никто не остановит. Вы можете уйти, вы можете перестать. Я служу гуру деву, но это твоя привилегия. Ты можешь перестать это делать. Кто тебе сказал служить гуру деву? Ты можешь перестать служить. Это твоя привилегия. Ты получил шанс служить Бхагаван. Если мы обращаемся к Гуру Вайшнаву, к Бхагавану, тогда наше сердце отражается в их сердце. Когда я обращаюсь к Божеству, к Радха Говинде, они понимают, с каким настроением я обращаюсь к ним. И таким образом они отвечают. Это прям когда, так же, когда маленький мальчик играется перед зеркалом. В Веданта-сутре объясняется, что вы увидите то, что вы показываете в зеркале, что можно увидеть в зеркале, то, что стоит перед зеркалом. Когда ученики приходят к Гурудеву, Гурудев может понять, что у них в сердце, и в зависимости от этого они получают результат.
one big doctor, specialist. Я вам приведу пример один. Один парень, он вызвал врача. Его отец был в присмертном состоянии. И тогда доктор пришел домой к этой, в эту семью. Hello. Then they're coming. He check up father. И он тогда осмотрел отца и спросил, какие лекарства он до этого принимал. Я хочу посмотреть, что ему было предписано ранее. И он, в общем, посмотрел бумагу и сказал, вот это лекарство ему больше нельзя принимать. Ему нужно принимать сейчас другое лекарство. Я сейчас выпишу рецепт, иди в аптеку и покупай новое лекарство. И тогда вот этот глупый сын, он стал протестовать, но доктор, вот это вот лекарство, которое он до этого принимал, оно было классное такое, оно ему всегда помогало. И тогда доктор сказал, кто из нас доктор, ты или я? Ты что, мне хочешь советы раздавать? No, actually, I'm giving you fees. Но я же тебе заплатил. I'm giving you fees. Я тебе заплатил, поэтому точно так же вы можете заплатить Гуру Вайшнаву, вы можете дать ему пожертвование, но они не собираются вам подчиняться из-за этого. О, Махараш, я же тебе дал пранами, почему ты меня не поддерживаешь? Учителя в школе, доктора, Гуру Вайшнава, это другое дело, конечно же, я их не могу сравнивать с кем-то другим. Но никто вот из перечисленных, они не могут подчиняться вам только потому, что вы им дали денег. Если вы ошибаетесь, то они вас отругают. И вы не можете сказать, ну, Махараш, ну я же тебе дал пожертвование. Вы можешь забрать свое пожертвование, можешь испариться в этом материальном мире. Куда вы можете пойти, если Гуру Вайшнава от вас откажутся, куда вы пойдете, где вы найдете прибежище? Когда Гурупад Падма не удовлетворен нас, какова будет наша судьба? Я не найду себе место. В какое бы место я не пошел бы, я не найду там прибежище. Но когда Гурудев со мной, я могу пойти в любое место. И там я одержу победу, потому что у меня есть благословение Гурудева. Можешь идти, ты можешь писать, можешь говорить, и ты почувствуешь, что я нахожусь в твоем сердце. Так может Гурудев нас благословить. И в моей жизни прямо вот так вот и работает. Я беру ручку в руку, автоматические слова пишутся. Я написал много книг. Я никогда не учил философии. Я не изучал ничего такого, ни языки. Я изучал всегда математику, техническое образование. Но автоматически слова наполняют. Сейчас некоторые люди думают, что у меня двойной мастер в бенгальском языке, по санскриту. И то же самое в случае Бхакти Махараджа, потом мы вернемся к этому. В общем, возвращаясь к доктору, доктор сказал, кто из нас доктор, ты или я? Ну, ты доктор, ну тогда зачем ты мне раздаешь советы? Ну я же тебе заплатил. Я не собираюсь вам подчиняться только потому, что вы дали пожертвование. Я не собираюсь массажировать стопы учеников с маслом. Конечно же, у меня нет учеников, я еще и сам не ученик. В общем, Прабхупада сказал такие слова. Наши дни духовные учителя массажируют ноги своих учеников. Они дают мантры проституткам. Служит своим ученикам. Гурудев может купить своему ученику сотовый телефон 30 тысяч рупий, 50 тысяч рупий и даже иногда 150 тысяч рупий айфон, чтобы тот ученик мог всегда поддерживать этого Гурудева. Но вы можете протестировать.
одну вещь. Если вы оставите садгуру, он точно плакать по вам не будет. Автоматически садгуру получает пратишту от лотосных стоп Нитьянанды. Садгуру не зависит ни от кого, только от Нитьянанды. We must not give any advice to Guru Vaishnava. Мы не должны советовать Гуру Вайшнаву. They can see past, present and future. Гуру Вайшнав видит прошлое, настоящее, будущее. И они в зависимости, исходя от этого, они могут нам дать какое-то наставление. Сейчас тебе не следует это делать. I can give one example. Another example. Я могу привести другой пример. In Kashi Vishwanath, Varanasi. В Каши Вишванат, Варанаси. Don't think only Mayavadis are staying. Не думайте, что в Варанаси живут только майявади. Там также есть вайшнавы. Они, конечно же, не встречаются с майявади. Но Каши Вишванат – это вайшнаванам-ята-самбу. It is Vaishnav-кхетро. Это вайшнав-кхетро. И мне также нравится, я люблю Каши Вишванатха, Шанкар Бхагавана. В общем, случилось однажды такая вещь, там была ассоциация вайшнавов. Then they are arranging one big festival in the Avirbhav Tithi of Guru Padma. One He is controlling the Один Махарадж был ответственный за этот фестиваль, и он был ответственный также за один мат Гурудева. После того, как Гурудев оставил этот мир, он стал ответственным в этом матхе. И, в общем, на этот фестиваль пришли разные профессора с разных университетов, Варанаси и так далее. Я также бывал в этом университете, я туда ходил, мне там нужно было найти ответы на какие-то вопросы. Я хотел поговорить там с одним профессором. В общем-то, эти профессора, они пришли поучаствовать в фестивале. Другие Махараджи пришли. И some topics on все Vedanta, они вместе обсуждали Веданту. В Варанаси всем нравится обсуждать Веданту. В любом случае, имеется в виду сладостная Веданта. Я также могу прокомментировать Веданту, сладостную Веданту, не сухую. Там очень глубочайшая философия. Я имею volumes of book on Vedanta. У меня есть много томов Веданты, вы даже их не сможете поднять, все эти книги, если я вам их положу на голову, почувствуйте, как это тяжело. В соответствии с желанием Гуру Вайшнава Бхагавана, я собрал все эти издания. У меня даже есть Веданта Майявади. Вообще, запрещено читать Майявада Веданту, но я должен знать, что там написано, потому что если я не знаю ваши слабости, как я вас могу исправить. В общем, они обсуждали Веданту, все эти профессора, Махараджи и так далее. Была сабха. And Pandit, there is question, Maharaj, you are in charge of this mark, you are the disciple of Guru Padma, you must be something on Vedanta Sutra nicely, попросили этого Махараджа, организатора, сказать несколько слов тоже по поводу Веданты. И тогда Махарадж сказал, смотрите, у меня нет особо никакого образования, вы все такие знатоки, вы можете говорить, обсуждать Веданту. Нет, тебе нужно все-таки что-то сказать по поводу Веданты. Ты же организовал этот фестиваль. Окей, хорошо, если вы мне даете такое наставление, даете мне этот... Если вы мне приказываете, тогда я что-то скажу. И вот эти все ведантисты, они стали слушать. Я думаю, что он все-таки образованный, то есть у него есть какое-то образование, просто он был очень скромный, так как он сказал о себе. То есть он начал обсуждать Гуру Татву.
рассказывать о Гурудатве, основываясь на Веданту. И после того, как он закончил свою харикатху, все вот эти вот профессора, махараджи, которые были очень образованы, изумились, просто они были поражены. И они сказали ему: «Махарадж, ты нам сказал, что ты ничего не знаешь о Веданте. Ты сказал, что ты самый глупый. И как же тебе так удалось произнести такие вещи, как тебе так удалось вообще? Расскажи нам, мы хотим узнать твой секрет». Then the Maharaj with folded hand, asking one question to everyone. Well, I can give answer, but first of all, I'm going to put one question in front of you. What question? You please speak from heart. With what conception you started reading Vedanta? Честно. With what conception? Зачем with what вы изучали Веданту? С каким настроением вы стали изучать Веданту? Скажите мне это. Тогда эти пандиты, они начали отвечать: мы хотели стать величайшими философами, ведантистами. Ну, в общем, большинство из них ответило таким образом: мы хотели стать грандиозными философами, ведантистами. Ну, так вы и стали ими. Вы ими и стали. Вы хотели стать грандиозными философами Веданты. Но вот вы ими и стали. Никогда не хотел стать философом Веданты. Гуру Падма, он мне что-то рассказал. And in course of my seva, со своими реализациями, со своим сознанием, а я его просто слушал. I never opened Vedanta to read. Служил ему постоянно. Я никогда не читал Веданту. Я только вам сейчас рассказал то, что я слышал от своего Гурудева. Я служил Гурудеву, и в процессе моего служения я слушал от своего Гурудева. My only request и об этом я вам сегодня рассказал. Vedanta, то есть единственная молитва лотосным стопам Веданты была такова: «О Веданта, я не хочу стать грандиозным философом. Пожалуйста, это моя просьба твоим лотосным стопам. Помоги осознать и Веда Сутры. Если я совершу какое-то служение, то, пожалуйста, помоги мне обрести знание, истинное знание, реализованное знание. То есть вы хотели, чем вы хотели стать, вы тем и стали. А я стал тем, кем я хотел стать. Я хотел стать севакой Гурудева. So it depends upon my demand. Все зависит от моего запроса, от моего желания. Вам даже нужно спросить ваше подсознание, потому что вы живете свою жизнь, и вы используете всего лишь 10-15% возможностей вашего ума. You are using only 10% or 50% на сегодняшний день, все, что вы прожили, and rest 85%, 90% добились, используя только 10-15% ваших умственных способностей. Но 85-90% вы даже вообще понятия не имеете, что там происходит. И вот почему вам иногда расстраиваетесь, обижаетесь, не понимаете Махараджа там и так далее. Even you cannot imagine in dream. Сила подсознания, она на самом деле очень велика. If you can get habituated, и вы даже себе это не можете представить во сне. If you do something in completely fed up, себя научите, fed как something, правильно этим всем использоваться, то if you получите have результат. The capacity to fed your mind, then substitution mind can в случае компьютера. То, что вы на него записываете, то там и есть. То есть вам нужно туда if вкладывать. If you put something data, то есть вы put когда data, вносите какие-то данные put some data, в ваш ум, mental, out of his mental willpower, then automatically will start working. И тогда ваш ум будет anyway, автоматически работать в этом ключе. И что для нас вот эти try данные, которые data, нужно поместить в наш ум, это Гуру Сева. If at all I am doing some logu seva, если я совершаю логу сева, one is Guru Seva, another is Logu Seva. Существует два типа севы. If at all I am doing Guru Seva, если я совершаю Гуру Севу, тогда вам не удастся меня остановить. You can make so many politics, вы so many things.
You can do whatever you like to stop. Заговоры, можете столько всего предпринять, чтобы меня остановить, because но вам не удастся этого сделать. Потому что все организовывается Нитьянандой и Гурудевом. Как вы можете меня остановить? Но attitude, когда кто-то делает что-то, следуя своим капризам и не приводит в гармонию свое сердце с сердцем Гурудева, тогда он 100% встретится с неудачей. Лава Пуджа Пратишта пнут такого человека, это такой человек, он упадет. So many examples I can give. Now я it's up to you. I can speak Siddhanta Vichara. I can request until your lotus feet to accept what I'm speaking. Рассказывать о Сиддханте. Because I'm not speaking some dry philosophy. Я вам не рассказываю какую-то сухую философию. То, что я вам сейчас говорю, like, это все подкреплено осознанностью этих вещей. Если вам нравится, вы можете это принять и применить. А если вам не нравится, вы можете проигнорировать это. Шрила Бхакти Янбхати Госвами Махарадж. Никто не может его забыть в нашей гаудии, в нашем гаудии сообществе. Гаудия Сарасвати. Such special exclusive power was there он in him. Обладал такой уникальной His Guru силой. Seva was very, very remarkable. И его Гуру Сева была His purity was уникальной. Very, very remarkable. Он обладал Even Guru Pāda Padma Śrīla Bhakti Vedanta Madhava Gosvāmī used to say чистотой, Narottama Brahmachari is the ideal Brahmachari. He never even in dream wanted to break his Brahmachari. Brahmachari. Even in никогда не хотел поступить со своими обетами Брахмачари. Он был идеальным Брахмачари. И его идеализм был так высок. Гурудев сам о нем так высказался. Not only my Guru Maharaj, не только мой Гуру Махарадж, не только Бхактивейдата Мадхава Госвами Махарадж, не только Парампаджапад Шанта Госвами Махарадж и Госвами Махарадж. But most of them, they used to love Bharati Maharaj. Большинство из них, они любили очень сильно Бхакти Махарадж. They used to call, hey, call Bharati Maharaj, please. Его они всегда звали в каких-то особых случаях. О, позовите, пожалуйста, Бхарати Махараджа. All. Все его звали всегда. My Guru Padma, before leaving his body, и мой Гуру Падма, перед тем, как оставить этот мир, он сказал, если у тебя будут какие-то проблемы, если тебе не будет возможным решить эти проблемы, ты можешь пойти к Бхакти Вигьян Бхарати Госвами Махарадж, он найдет решение твоим проблемам. У него есть такие качества. Он такой умный, у него... Он мог Such решить problem, любую проблему. Даже те проблемы, которые были, казалось, было невозможно решить. Он, как правило, слушал и отвечал, о, Махарадж, благослови меня, и я попробую. И потом он решал все проблемы. Решал проблемы, связанные со строительством, связанные с правилами в матхе. Construction impossible. Are, how construction? This much of land. This much of land. How we can construct? One temple can be done with this construction. One mosque should be there. Then all. И участок земли был вообще очень маленький. Latrine, и туда нужно было все поместить. Devotees, their accommodation. Комнаты преданных, кухню, душ, туалет и так далее. Но места там вообще не было. И они обратились к инженерам. Инженеры были бессильны. И тогда позвали Бхарати Махараджа. И Бхарати Махарадж разработал такой дизайн. Его спросили, Бхарати Махарадж, можешь ты нам помочь? Нам нужно все уместить вот здесь. О, Махарадж, благослови меня. He is making such a plan. Задумался, и потом разработал такой дизайн, что Шрила Шанта Госвами Махарадж, он был просто изумлен. Как это возможно? Я вас могу взять с собой. Я покажу вам. Это рядом с Горуват Сай. Там рядом Мат Госвами Махараджа. Я там был много раз, говорил Харикатху. Shanta Goswami Maharaj is there. Там. И там мат Шанта Госвами Махарадж. Такой крошечный.
там Нати Мандир, как вообще все это они умудрились туда поместить? И Парампадипат Бхактивиданта Мадхава Госвами было практически невозможно найти, купить землю в Дерадуне. Там были какие-то горные местности, и там не было вообще земли. И какой-то человек, он пожертвовал маленький кусочек земли Бхактивиданта Мадхава Госвами Махарадж. И Бхактивиданта Мадхава Госвами Махарадж задумался, как же возможно здесь вообще организовать, построить храм. Я тоже там был много раз с Бхактивиданта Госвами Махарадж. Я постоянно удивляюсь, как возможно было построить такой мат. Но Бхарати Махарадж, он разработал такой план, как людям подняться в храм. То есть Бхарати Махарадж, что он сделал? Он сказал, мы можем построить своего рода цокольное помещение, потом будет помещение первый этаж, и там будут две лестницы, и они приведут людей с дороги в Натя Мандир. И там будет тулси стоять, там будут парикрам делать преданные. Люди с двух сторон, с дороги, могут зайти сразу в храм в Натя Мандир, могут снять обувь и зайти в храм. First story. They have temple. То есть, main temple is in the, на втором этаже Натя Мандир, и снизу цокольное помещение, и на первом этаже кухня, там душ, туалет и так далее. Я остановился как-то в этом мате. А Гурудева, комната Гурудева, она была под Туласи. Очень такая маленькая комнатушка там. Если вам нужно туда лично прийти и посмотреть, вы просто изумитесь, как же было возможно разработать такой такую постройку. Такая личность, она воистину редка. Enduring power. Он был такой выносливый, такой any смиренный. Amount of torture, any amount и он выносил bad behavior, всякие издевательства и негативные отношения Guru очень Sheba, спокойно. Почему? Sheba, потому что тот, кто совершает Guru Sheba, Guru-севу, он может вынести все, что угодно. Guru-сева, кто совершает настоящую Гуру-севу, он по милости Гуру Падме может стать Тринадапи. И Бхактивинода Тхакур написал те же самые слова. Шукайя мойле каре панина мангвай Jaija Mangwe Tari Day Upon Dhan Gharma Vishti Swahe Aner Kore Rakchan. Who wrote Bhaktivinoda? Bhajan Rahasya. Rahasya. Today you can go and watch. Сегодня можете открыть и почитать. Like trees. If you are going to деревья, get a cutter and going to если cut the tree, or going to take a leaf or и срубите дерево, или вы возьмете у него листья, фрукты. Put any objection in ground. Why you are taking? Дерево, оно just жаловаться morning не time будет. You are cutting my body, дерево не скажет. And now ты you are taking с утра time, пришел, taking my отрезал leaf мне ветки this. Или ствол, а сейчас ты хочешь забрать еще что-то, фрукты like там и так далее. Дерево, оно никогда не жалуется. Может оно this жалуется? Kind of? Нет. Power is и there in a Vaishnava. Точно такая же сила, она присутствует в Вайшнаве. Even after so much torture и даже после in 22 different markets, таких Харидас Тхакур speaking, огромных Prabhu, издевательств, you excuse them. Харидас Тхакур был избит на 22 they don't know what they торговых площадях. И so what kind что of сделал Харидас Тхакур? Он молился Богу и просил его, прости их, пожалуйста, они не понимают, что I have они no делают. Enduring power. И у меня не That's было такой выносливости, и вот почему мне нужно было увеличить мою выносливость. И я это сделал, путешествуя во Вриндаване, без чапати, без ничего. Иногда даже без чапати, просто там какая-то мука особенная, разбавленная с водой или еще что-то. Я вам могу рассказать один очень интересный случай. Я тогда остановился в Баджан Кутире Сидда Баба. Или остановился, или посетил. Есть несколько Сидда Баба. Кама, Камбаван, near Bimala Kundo. В Камьяване. Это первый Сидда Баба. Hello, I have pictures. Из Камьявана. У меня есть картина, где он изображен.
In course of Krishna their Balaram, traveling когда the field они with путешествовали cows, по полям вместе с коровами, Baba, они захотели пить. И они пришли к Бабе, и они попросили у него воды, есть вот это все запечатлено на картине. Вообще-то они не следуют Гауди Мат, но что я мог поделать? Я не мог пойти к Маявади. Там был также ашрам Маявади, но даже когда мне предлагали молоко, я его не принимал, потому что они Маявади. Я предпочитал поститься, и прасад тоже не принимал. И однажды в Раса Пурнима, много лет назад, Раса Пурнима, это Пурнима, которая заканчивает Картик, месяц Картика. Started from Kamavan, я отправился из Камьявана и вернулся в Варшану через лес я проходил. И, в общем, пока я шел, у меня были такие мысли, о, сегодня Раса Пурнима. Как же было бы здорово достать где-нибудь параману, я бы мог тогда предложить и эту параману Гуру Варги и потом отведать ее. Но здесь же лес, где я достану параману, нет, здесь ни риса, ни чапати, ничего, я здесь путешествую. И, в общем, я добрался до одного места. Я уже как-то вам об этом рассказывал. It is called Kadamkhandi. Kadamkhandi. Long history. I cannot speak the history. Там Kadamkhandi. Есть о чем рассказать, поэтому у нас сейчас нет времени об этом рассказывать. History and a fact there. I went there. В общем, я добрался до этого места. Then Brajavasin, Baba, come. What happens? You come. Божество, и там были Раджаваси, они меня позвали, о, баба, иди сюда, иди сюда. И тогда они меня посадили, они мне дали столько парамана. За день до этого там был огромный фестиваль. И даже если вы были способны выпить 2 килограмма парамана, вам его дали. То есть там такой огромный фестиваль был, раздавали всем в таких количествах, невообразимых, столько парамана дали. И она такая была вкусная, потому что она была изготовлена из чистого молока. Такая вкусная парамана. И я в этом убедился в своей жизни. Как только желание появляется в сердце, оно исполняется. Я никогда не забуду эту параманну, которую меня угостили в Кадамканди. И такие вещи, они происходили в моей жизни очень часто. Это не какой-то единичный случай. Такие вещи случаются для того, чтобы увеличить веру. Я совершал Кама means not Кама, sorry. Забыл, как место называется. It is called actually Баларам Расастали, you know? Знаете, Баларам Расастали Баларамы, где Баларам совершил Расалилу. Шерва. Я в общем, я добрался до Шервы однажды. Оттуда Балдевджи Рас, Расастали оф Баларам. Я должен был идти к Баладева Расастали на берегах Ямуны. Но у меня поднялась температура, небольшая температура. So, and that was Дадаши. When I Акадаши gone yesterday, penniless, вчера был Акадаши, а в тот день, сегодня 20, то есть у меня денег не было, я был бедный баба. И я подумал, ой, у меня температура, окей, не проблема, я могу идти, в этом нет проблем. А в другой раз случилось так, что в Ямунотри, Кедарнат, Бодринат, long ago,
Then I was a young boy. Я отправился туда, Ямунотри, Гангхотри, Кедарнат, я отправился туда для парикрамы. И у меня поднялась температура, и тогда мой духовный брат, он мне сказал, ты не можешь участвовать в парикраме. И температура у меня тогда поднялась, потому что прошлой ночью я спал под открытым небом. Мы не могли заплатить за размещение, поэтому один панда нам разрешил спать где-то там на крыше под открытым небом. В общем, я спал, дрожа. После чего у меня поднялась температура, я не смог даже принять просада. И, в общем, мы дошли до этого места. Там был один Махарадж. Он организовал просад для всех, но я не смог принять его. В общем, я пошел спать и взмолился Ямунадеви. О, Ямунадеви, я приехал издалека, пожалуйста, благослови меня. Если у меня не будет твоих благословений, я не смогу участвовать в парикраме. И, в общем, утром в 3:30 я поднялся. Температуры больше не было, и я с энтузиазмом отправился совершать парикраму. Меня все спросили, о, может, ты с нами? Да-да, я в порядке. В общем, это случилось в Шерва. It is Sherva city. Это было. City people, they are not giving anything. Как городская местность, в городе большинство людей немножко черствые. Поэтому я даже задумался, где же можно достать чапати, потому что нужно было прервать экадаши. В общем, I am supposed to knock some door so that they can give me some chapati. I can do some paran. Мне нужно было найти чапати, в общем, And one disciple of Srila Santokushi Maharaj, particularly that day, he was with me. Ученик Шрила Шанта Госвами Махарадж. One disciple sannyasi. Один саньяси. Бхакти Кумуд Сантокуши Махарадж. И тогда ученик сказал, о, Махарадж, I don't know why, so many houses there. И я тогда сказал, дай-ка мне подумать. И там было столько много домов, и я, в общем, постучался в один из них. И вышла маленькая девочка, как Радарани. О, баба, что тебе нужно? Мне нужно чапати, есть у тебя? Да, да, заходи. He opened the door. Она тогда открыла дверь. And that sannyasi, and you see, и посадила нас. And like Radharani, и она, she is going to give plate and all она chapati, была прям как Радарани, сабжи, начала нас everything. Кормить, дала нам чапати, сабжи и все остальное. И я так удивился, как это возможно. И она like так сладостно улыбалась, прям как Радарани. И после чего она нам сказала, не стесняйтесь, кушайте чапати, у нас еще есть. Кушайте, сколько вам нужно. И она в общем, нас заставила столько много съесть. Она нам даже молока принесла. И мы так удивились. Мы отъелись, наелись. Exactly, Радарани. До полного удовлетворения, и она выглядела прям как Радарани, такая маленькая девочка, чудная. В общем, что я хотел сказать, о чем я говорю, зависит от наших чистых желаний. Когда у нас желания какие-то скверные, то что с нами будет? Srila Bharati Goswami Maharaj. Шрила Бхакти Ганбарати Госвамараш, он развил такую выносливость. Гуру Махарадж, Шридхар Махарадж, в те времена все путешествовали в обычных вагонах, в поезде. И никто даже не мог мечтать во сне о вагонах с кондиционером. Но сейчас кто угодно может купить себе билет и поехать в вагоне с кондиционером. В общем, Бхактивиген Бхарати Госвами Махарадж, он был ответственным за поездку. В общем, какие станции, где там... Если я правильно поняла, где поменять станцию, где поесть, где... В общем, ответственный был за все. Бхактивиген Бхарати Госвами Махарадж, он в молодости был таким красивым. Он был очень высоким, мускулистым, из брахманической семьи. Он, там эта семья была настолько чистая. В общем, он был ответственен за путешествие в поезде. Арана Махарадж, Ада Махарадж, they used to stay with Madhava Goswami. Арани Махарадж и другие Махараджи, они когда жили с Бхактидайта Мадхава Госвами, one day,
постоянно выражали свою любовь в отношении Бхарати Махараджа. Однажды на станции Канпур, это станция, которая находится по дороге во Вриндаван. Чтобы поехать во Вриндаван, можно двумя способами туда добраться. Вот одна дорога, она ведет через Канпур. So Arunya was speaking, Prabhu, can you arrange some milk for me? Он сказал Бхарати Махарадже. And other Godbrother there. You are child, yeah? One Godbrother speaking to Arunya, old man. Духовный брат. Prabhu, can you arrange some milk for me? And other Godbrother there. This is home, eh? Непонятно. You like to enjoy home comfort, eh? Neil, where from you can get? Он сказал, ты что, дома, что ли? Что тебе тут все удобства? Yes, why not possible? Где мы тебе достанем молока? Then going. И тогда мне сказал, но я же не тебя попросил, я попросил народ Брамачари. И тогда Бхарати Махарадж, он отправился и нашел молоко, вернулся с молоком, дал молоко Ранни Махараджу. Тогда Ранни Махарадж, он начал шутить с другим духовным братом. Ты сказал, что мы не дома, negative, что тут нет таких удобств. Ты, у тебя everything. Всегда какое-то негативное мышление. Но вот смотри на народ Брамачари, он всегда со всеми задачами справляется. So и вот такие были качества Бхарати Махараджа. Я был так счастлив общению, моему общению fact, с Бхарати Махараджем и с Тирти Махараджем. И я могу вам сказать, I took что their support. После ухода моего гуру Махараджа Бхартимар, они для меня были поддержкой. Wherever I'm going, I'm going to sit with Бхартимар. И куда бы я ни ехал, ни шел, я всегда с ними старался быть. И Бхарати Махарадж, он как компьютер. Когда включаете компьютер, там, то компьютер может вещать без остановки. Так же был Бхарати Махарадж. И куда бы мы ни ехали, я всегда хотел с ним рядом. If you just play the recording, Бхарати Махарадж, он был как диктофон, как магнитофон. И он нам рассказывал, что произошло 50 лет назад, 40 лет назад. Он рассказывал, о, 40 лет назад я встретил того Махараджа, случилось это, вот это. 50 лет назад, 40 лет назад, у него все было записано в памяти. А я слушал его. This was the capacity of Srila Bhaktivedanta. Такие были у качества Бхактивиданта Бхарати Махарадж. I never told them my god brother. Я никогда их не называл своими духовными братьями. Вы когда-то слышали, чтобы я их называл своими братьями? Шрила Бхактивиданта Бхарати Госвами Махарадж, Бхактивал Тирти Госвами Махарадж, наш Бхактивиданта Ваман Госвами Махарадж. Я никогда их не называл братьями. Они все мои гуру. After Gurudev gone, после того, как Гурудев ушел, я support. Они были для меня опорой и поддержкой. Они меня столько всему научили. Столько всему они меня научили. Я всегда наблюдал за их поведением, за их характером. Я наблюдал за тем, как они вели свою жизнь. Я очень внимательно за ними следил, потому что мне нужно было научиться у них. Так много преданных приходило к Бхарати Махарадж. Они предлагали ему свои поклоны. Бхарати Махарадж, как правило, сидел спокойный. Они ему предлагали пранам, задавали ему вопросы, и он отвечал на эти вопросы. Однажды Бхактивиданта Бхарати Госвами Махарадж сказал мне: «О, Махарадж, люди думают, что я изучаю Веданту или Бхагаватам, думают, что я такой большой ученый, но они не знают, что все, что я знаю, это все благодаря Гуру Севе. Они думают, что я закончил какие-то курсы по Веданте, по Упанишадам, но это не так. Все, что я знаю, это все благодаря нашей Гуру Варге в процессе моего служения. Я на самом деле не заканчивал никакие курсы. Гуру Сева – это такая вещь. So Guru Seva is such a thing that you can get all knowledge. Вы можете получить все знания. Я могу вам привести один пример. Вы, может, мне не поверите. But it is history, но это факт.
Shankaracharya was in Himalayas, Sarada, Sarada Pit. Himalayas. Mayavad. Это место Майавади. Шанкарачарья. One day in the morning time. Однажды он запланировал харикатху. To speak. Он в общем уселся, приготовился. Vedanta. Then Padmapad was a very learned man. He learned so many things from Guru Padmapad. Shankaracharya. Такой тоже большой ученый. Там было столько много ведантистов. Все были такие ученые, знающие. Then Shankaracharya sitting and not speaking Vedanta. Only waiting. И все никак then не начинал asking, свое обсуждение Веданты. So тогда Падмапад сказал: «О, Гурудев, почему ты не начинаешь? Gurudev все speaking, здесь уже. Начинай». Анандагири come. И тогда Шанкарачарья ответил: «Пусть Анардагири вернется, я тогда начну». Анандагири – это ученик Шанкарачарьи. Anandagiri is a disciple of Shankaracharya, Anandagiri but not educated. Это ученик Шанкарачарьи, но он был необразованным, таким ученым. Washing the clothes of Gurudev, стирал вещи Гурудева, он готовил для Гурудева. У него не было особого какого-то образования. Not learned, uneducated. Степеней каких-то he ученых. Gone to wash the clothes в общем, он of Guru тот день ушел стирать fountain. Вещи Гуру Падмы в одном... водопаде. И я также, когда путешествовал в Гималаях, я принимал омовение в разных источниках. Сейчас нужно быть очень осторожным. Не сейчас, вообще, в принципе, в Гималаях нельзя воду везде пить. Сейчас государство организовало вывески, где можно пить, а где нельзя пить, потому что где-то мещак, где-то магний, цинк, то есть можно напиться и умереть. В прошлом не было никаких вывесок, so, то есть перед тем, как пить, drink, нужно было спрашивать местных жителей. Maybe и если кто-то рискнул бы, arsenic, то мог бы и умереть. Zinc, who can say? Цинк, мещак, разные там всякие different элементы so, в воде присутствуют в разных местах. В общем, Шанкарачарья сказал, пусть сначала Анандагири вернется, и потом я начну харикатху. Но обсуждение веданты. И тогда все засмеялись. О, ну, какой с него толк? Мы все здесь, а он-то вообще при чем здесь? Он ничего не понимает. Почему они выразили свое... Потому что Шанкарачарья не майявади. He is preaching Mayavadi. Наглость, дерзость. Shankaracharya is not Mayavadi. He is preaching Mayavadi by the order of Bhagavan. Он don't forget. Он проповедовал Майяваду, но он сам не Майявади, он вайшнав. Он Shankaraha, по поручению Бхагавана он проповедовал Майяваду. He is looking at Padmapad. В общем, он посмотрел на Падмападма. After that, not speaking. После чего он ему даже не ответил. In the meantime, Shankaracharya going to и Шанкарачарья, emit some power, он передал силу, and that power going to enter into the heart of Anandagiri. В сердце Анандагири, after washing clothes, и Анандагири, он закончил стирку, в общем, выжал белье, положил себе на плечо, and coming back, and in course of his coming, he is speaking all Vedanta Sutra, and explanation what he heard from Guru Bhatta. Начитывать Веданту и объяснять Веданту. То есть он на обратной дороге пошел, начал начитывать стихи из Веданты и объяснять, давать объяснение этим стихам. Это была горная местность, и эхо раздавалось везде. И тогда Шанкарачарья и все ученики, они услышали эти сутры, объяснения. Анандагири speaking Vedanta Sutra. And all different kind of explanation what he heard from и всякие объяснения давал, Gurudev. Что он услышал от Гурудева. All disciple, и все ученики, в том числе Падмапад, они изумились. Кто это? Say, кто это вещает? О, это Анандагири возвращается, и он объясняет Веданту. Тогда они протерли себе глаза. He is кто? Анандагири. Анандагири. He is speaking Vedanta. Он объясняет Веданту. Yes. Да. So their head и тогда они went. Все опустили головы. И Шанкарачарья посмотрел на них. Это называется сила you have Гурудева. No faith in Guru а у вас нет веры в силу Гурудева. Unknowingly Gurudev can give power to me. Секрет, you can make politics when physically Gurudev giving передать вам
силу. Вы можете написать какие-то заговоры против кого-то. Можете пойти к Гурудеву и нажаловаться на кого-то, сказать: «О, смотри, Гурудев, у этого ученика, у него с головой не в порядке». Но если Гурудев этому ученику даст свою милость, сможете вы его остановить? Не сможете остановить такого ученика, у которого есть сила Гурудева. Это невозможно. It is the miracles. И это Guru чудо. Kipa. Это Гуру Крипа. By Guru Kipa, what is благодаря not Гуру Крипе, what is possible, что невозможно? Вы не, вам не стоит задавать такой вопрос, Hello. Что невозможно I can give по милости material Гуру. Example, задать material. Такой вопрос. Not spiritual example, so that you can believe. Не что возможно, а что so that невозможно. You can believe. I can give one material example. Нет ничего невозможного. Hello. Могу привести One driver пример. Of scientist Einstein. Знаете Эйнштейна? You heard the name of Einstein? Слышали the number one scientist. Это His imagination power skyscraper. No skyscraper. Его... Hello. His driver, who is driving his car. Умственные способности, до driving уровня, his car. He used to sit in the lecture hall. Driver after driving, в общем, водитель, когда возил Эйнштейна по всяким лекциям, он, как правило, college ждал его Einstein coming в out, классе. And he is waiting in the lecture room. То есть, where где Эйнштейн проводил speaking, лекцию, там водитель сидел и ждал его. One day, due to some и однажды, по какой-то причине, и это на самом деле это правда, reason, Einstein общем, could по какой-то not причине Эйнштейн не смог лекцию. No Потому что студенты не знали даже, как Эйнштейн выглядит, потому что в те времена не было ни интернета, никто не знал даже его в лицо. То есть они then, слышали его имя, но они не знали, как он выглядит. That, you know, driver, и тогда этот водитель, Einstein он получил приказ Эйнштейна, иди и проведи лекцию. И тогда он начал лекцию. Theory of relativity. Посвященной теории вероятности. After hearing all those, you know, students, they've gone mad. И тогда все студенты, они they don't know that it is not Einstein. Они даже не догадались, что это был не Эйнштейн. Это был всего лишь его водитель. В общем, такие чудеса происходят. Вы можете найти об этом в интернете. Это he is such a great. He was such a great. What I say? Because he had some spiritual idea. Он был he used to read ученым, Gita. Потому что у него какое-то было he had понимание idea духовное. About он читал Бхагавад-гиту, и он понимал, что везде существует энергия, все That's сделано it. Из энергии. This whole world is expression весь of the energy материальный мир – это проявление энергии Бога. И это, об этом сказал Эйнштейн. Как он мог такое заявить? И это значит, so, что он получил крипу. It is miracle. Немножко крипы получил. Это чудо. It is miracle. He was so lost. He used to stay. Потерянным всегда. He used to live life in such a way. You ask something he cannot understand. Вел жизнь таким образом, что если к нему кто-то обращался, он даже ничего не понимал. TT coming? Give you ticket? Таким потерянным. Когда контролер к нему однажды подошел, контролер спросил, где твой билет? Эйнштейн, у него был билет первого класса, но он путешествовал во втором классе. Потому что он не знал, что такое первый класс, что такое второй класс. В общем, контролер подошел, Эйнштейн начал обыскивать все карманы и не смог найти ничего. И контролер, Эйнштейн сказал, поверь мне, у меня есть билет. И тогда контролер сказал, ничего не знаю, дай мне билет. Тогда контролер взял его и повел его к ответственному. И тогда один там профессор был известный, он сказал, куда ты его ведешь? О, Эйнштейн, у вас есть билет? Да, да, у меня есть билет. Тогда сказал контролер, подожди, дай-ка я сейчас найду. И тогда у него во внутреннем кармане нашел у него билет. Сказал, вот билет. And speaking not actually about material things, for your kind information, so that we can develop some humbleness. Чтобы вас проинформировать, чтобы he вы get смогли one taxi, развить скромность. Taxi driver speaking, и Эйнштейн один раз он вызвал такси, чтобы вернуться домой. И таксист спросил его, а куда ехать, адрес скажи. И Эйнштейн, он даже then the driver, он даже you see, не знал свой адрес. In the и тогда Эйнштейн сказал, Then the driver asking, ты спросил you know кого-то the address здесь, of, в квартале, yes, you go this way, где живет Эйнштейн. И тогда водитель так и поступил, и люди Follow. Объяснили, куда Telephone ехать. Number, if you ask, he said, Let me see.
you open the diary. Когда кто-то унес проспект телефона, you cannot remember your telephone number. И... What is the utility? What I can see here? Не помню, I keep so many things here. Not telephone number. И у меня столько всего в голове. So anyway, our Guru Vaishnava. Зачем мне запоминать номер телефона? They are our Guru Vaishnava. We cannot compare with Einstein. Конечно же, мы не можем сравнивать Гуру Вайшнава с Эйнштейном, но то, что я имею в виду, что если даже в случае обычного материалистичного ученого, ну, не на 100% материалистичного, у него были какие-то понятия духовные, но если так себя вел обычный, скажем так, ученый, что говорить о наших учителях? Группат Падма, духовных учителях, Прабхупада, он всегда был во Вриндаване. Но сейчас my point is that if one material scientist служение, но внешне он всегда внешне он мог с вами so говорить о nice служении, но внутри он был всегда quantum theory, how, во Вриндаване. Then what to speak about the velocity of mind of our Guru Эйнштейна, такие вещи происходили, что же уже говорить о скорости мысли нашей Гуру Варги. Наш Бхарати Махарадж был гением. He was a genius. Был гением. This way whole life. He told me, Maharaj, whole life, Maharaj, wherever, whatever seva, what is impossible, брал на себя любую севу, которую Гуру Махарадж меня просил выполнить. Гуру Махарадж спрашивал, можешь это сделать? Я все брал на себя. Столько всего можно рассказывать о Бхарати Махарадже, но нет времени. Бхактидайта Мадхава Госвами Махарадж. He used to preach with enthusiastic meaning. After Prabhupada, after Prabhupada gone, if you would like to find out who is the topmost preacher, если вы хотите узнать, кто был самым лучшим проповедником после Прабхупады, Бхактидайта Мадхава Госвами Махарадж, они так проповедовали много. Он проповедовал. So he used to arrange one tent, you know, tent. И Бхактидайта Мадхава Госвами Махарадж, он как правило устраивал палатку в Варанаси во время Элиабад, или Валахабаде, во времена Кумбамелы. Иногда Кумбамела проводится в Варанаси, иногда в других местах. Это зависит от положения звезд. То есть в каком-то году Кумбамела проводится в Аллахабаде, а вольте в Каши Варанаси. А иногда в Уджайни. Слышали имя Уджайни? Уджайни не слышали? Там Гурукула Кришна и Баларама находится. Это ашрам Сандипани Муни. Да, I never wanted to attend. Была во Вриндаване. Я никогда не хотел участвовать в Кумбамеле. Мне это no не интересно. Не было у меня никакого интереса. Но Махапрабху Госвами, он там проповедовал. He took decision to attend the function. I mean, the Harikatha everything. Maharaj, он решил, and actually, our Jayavar Goswami Maharaj, he already had наш one small Maharaj, ashram. У него был уже ашрам, и этот ашрам у него Muslim забрали people. Мусульмане силой. If you ask money, they can stab you. И они были очень такими опасными, что если там с ними иметь дело, они могли даже и убить. Anyway. Now, Jayadeva Goswami like to attend и Jayadeva Goswami Maharaj, он решил Bhakti участвовать в том фестивале, he wrote one letter, Bhakti Dattamadhava Goswami Maharaj. И он написал письмо, но письмо его, оно пришло поздно, и тогда все брахмачари стали возмущаться, о, Jayadeva Goswami Maharaj так поздно нам сказал о том, что он придет, уже все сделано, все уже приготовлено, а он всегда опаздывает, в общем, все стали возмущаться. About the dissatisfaction, он узнал о том, что это всех так беспокоило приезд Jayadeva Goswami Maharaj. Тогда обратился к всем сказать, что случилось? И мы все ответили, вот он сейчас приедет, но у нас же тут уже все разделено, все уже решено. Как мы что делать-то будем? И тогда Бхарати Махарадж сказал, не переживайте, не волнуйтесь, все нормально. Вам не нужно отдавать ваше спальное место. Я ему дам свое место, а сам я буду спать снаружи. Почему вы так сильно беспокоитесь? Никто вас не побеспокоит. И тогда Jayadeva Goswami Maharaj приехал.
И Бхарати Махарадж ему показал свое место, где он будет проживать. И Бхарати Махарадж, он, конечно же, не сказал, что это было, это место было отведено ему. И Яяр Махарадж сказал, а ты где будешь спать? Он говорит, у меня есть другие там... Я себе там организовал еще лучшее место, не переживай, я буду снаружи. И это настроение вайшнава. Вайшнавы, они никогда не теряют терпение, никогда не злятся. Они никогда не, не завидуют, не ревнуют. Один великий ачарья, он нажаловался, они все мне завидуют. Я написал статью одну, но он вчера набрал уже, мне нужно просто проверить ее, и мы опубликуем. Мы не можем так такие мысли иметь. Они не как мы. Мы думаем, что они как мы. У них такое же тело. Я принимаю прасад, и Гуру Вайшнав принимает прасад. Я сплю, Гуру Вайшнав спит. Мы думаем, что Гуру Вайшнав, они такие же, как и мы. Но Гуру Вайшнавы, они апракриты, они трансцендентные. Но мы не верим в это. You don't know, some misconception took place. Вы не знаете, там в Матхе, Матх разделился на две части. Бхактивиген Бхарати Госвами Махарадж ушел на речку принять омовение на Гангу. Somebody purposely locked the room. И он, когда вернулся, его комната была закрыта. И он весь день сидел там рядом с дверью, без еды, без воды, с мокрыми вещами после омовения. И он не ругался никого, как вы делаете обычно. О, кто этот идиот, который закрыл мою комнату? Нет, он остался с мокрыми вещами, с утра до вечера он там просидел перед дверью. Не жалуясь, не возмущаясь, у вас может, вы можете продемонстрировать такое терпение, смирение? Я иногда себе вырываю волосы на голове, люди меня не понимают. Люди думают, что Баба не любит вайшнава. Кто такое сказал? Мое сердце танцует, когда слышит имена вайшнавов. Если сейчас здесь появится Бхарати Махарадж, я прыгну к его лотосным стопам, как собака. Но люди, они неправильно меня понимают, потому что я не езжу туда, здесь и там. Никуда не езжу, я не хочу жаловаться, но я не хочу идти туда, потому что я знаю, что там происходит, как я могу туда пойти. Я даже перестал давать харикатху в самади мандир моего Гурудева. Там случилось что-то. Я перестал давать харикатху там. Я сказал Гуру Махараджу, Гуру Махарадж, ты со мной всегда. И когда я буду говорить харикатху, я знаю, что ты будешь со мной. Но здесь я больше не могу давать харикатху. И это уже проверено. Есть преданные. Я когда говорил харикатху в Кальне, 14 лет назад, and one old man from outside. Там был один пожилой человек. I was speaking in Kalna. Two incidents again. Два раза это случилось. Один раз в Кальне. And that man, you can see the picture of that man. Вы можете найти фотографию этого человека. Он со мной последний раз ездил в Шантипур. You went there with me? Ты был со мной там в Шантипуре последний раз? Last time? This year? Нет. В этом году ты не был со мной в Шантипуре. Always coming inside backside so that the picture in picture he can get his мужчина, picture. Он всегда сзади меня подставится, you know, чтобы сфотографироваться со мной. Ты знаешь его, я тебе потом скажу. Сейчас я не могу сказать его имя. Он... So, he is the witness. Он... So in он уважает меня. Чагда, в общем, он свидетель. В Чагде я говорил харикатху. Outside road. If you go 2-3 corridors, then you can go. Вдалеке, почти там на дороге, там был пожилой человек, и он на меня смотрел, пока я говорил харикатху. Это харикатха in Bengali. На бенгальском языке, очень низкого качества, но она еще не опубликована, это старая харикатха. В общем, тот пожилой человек, мужчина, он, в общем, подошел к этому брамачари,
When Maharaj speaking Harikatha, I saw one old man with one stick standing there in front of Maharaj. Not one time, two times. 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 Это, another и, thing happened и, in Kalna. И в Кальне то же самое случилось. What is place is Gauridas Pandit. Это было Gauridas Pandit place. В храме Гауридас Пандита. Там была организована Харикатха. I went there. И я там. I went on speaking about Gaudiya Siddhanta. Говорил Гаудия Сиддханту. Там случилось то же самое. Кто-то увидел пожилого человека с палочкой, он сидел там рядом со мной. Я не знаю, кто это, но я могу чувствовать. Я чувствую, что Гуру Махарадж, он со мной. With Bharati Maharaj, Srila Bhaktivedanta Madhava Goswami Maharaj always there. И также Бхактивидата Мадхава Госвами Махарадж, он всегда с Бхарати Махараджей. Кто может что сделать Бхарати Махараджу? Бхарати Махарадж — это ачарья. Выбранный One Богом. Protest was there. Никто не How может you протестовать can act против его положения ачарьи. Все запротестовали. Как ты можешь стать ачарьи, если тебя никто не выбрал? Но о чем вы говорите? Он выбран Богом. Бхарати Махарадж написал такое письмо, что если вы почитаете это письмо, все вещи упадут с вашего тела, останетесь без одежды. Бхарати Махарадж, он не был адвокатом, но он такое письмо написал. Такой ответ дал. Изумительно. Потому что у него столько много опыта, он общался с такими личностями, как Бхакти Ракшидхар Госвами Махарадж, Бхакти Прагьян Кешава Госвами Махарадж. И они всегда свои качества, они применяли для Гуру Вайшнава Севи. В общем, после ухода Прабхупады мат разделился на две части, и Кешава Госвами Махарадж составил документ на основе которого они могли обратиться в суд и доказать какие-то вещи. Кешава Госвами Махарадж диктовал, а Бхарати Махарадж он писал. И, как правило, Кешава Махарадж отправлял постоянно Бхарати Махарадж к Шридхар Махараджу. Шридхар Махарадж, он был адвокатом. Наш Шридхар Махарадж, он, как правило, все проверял, и, как правило, все было в порядке. И таким образом, Бхарати Махарадж, благодаря Гуру Варга Санге, он выработал огромную силу. У него была сила разума настолько великая, что вы не можете даже себе представить. Сейчас многие ачарья сахаджи, они используют имя Бхарати Махараджа, говорят: «О, Бхарати Махарадж сказал это, Бхарати Махарадж сказал то». Я могу показать, что Бхакти Такур тоже сказал, что кому-то сказал: «Ты грандиозный ачарья». Я вам могу это показать. Бхактивинода Такур хотел кому-то дал титул, но со временем потом выяснилось, что они были падшие души. Я могу показать доказательства из Гаудии и так далее. Бхактивинода Такур, он дал им столько разных званий, титулов, чтобы их обмануть. И в дальнейшем обнаружилось, что они пали. Они были названы Бхагаватачарья, Ратнакар и так далее. Но они все упали. Пали. О, Бхарати Махарадж сказал это. Но вы мне можете показать доказательства прямые. Бхарати Махарадж мог что-то сказать, но я знаю сердце Бхарати Махараджа, потому что я был с ним такое долгое время, и я слушал от него постоянно, каждую частичку секунду я слушал от него. Шридхар Махарадж не организовывал Джулан Ятру, но я и Бхарати Махарадж, мы ходили в другой храм, они там организовали Харикатху, и Бхарати Махарадж,
Шахадия, Саньяс is there. Говорил Харикатху, как положено, там был один Сахаджи Ачарья. Мы сидели, а он стоял как лектор, и он начал повествовать о Расататве. И Бхарати Махарадж склонил голову, и, в общем, он промолчал. Я не хочу вам называть имя этого Ачарья. Кто-то из них уже оставил мир, этот мир. That sannyasi, и однажды я зашел в один храм, и я увидел одного саньяси, там были все иностранные преданные, и этот саньяси, он там что-то с ногой танцевал и объяснял Расататву. Бата, грита, снега, грита, снега. So I wanted to provide a big kick on the backside of the sannyasi, but I couldn't do, because I have no right. Но у меня нет такого права. To kick him out. Я хотел его оттуда вывести, выпроводить. В общем, он там стоял, пританцовывал ногой и объяснял бата, снега, грита, снега, маду, снега, мед. Хани. Там Расататва. В общем, объяснял Расататву. Hello. Понимаете? If you like to teach me, если вы мне хотите доказать, что Бхарати Махарадж был сахаджи, я не могу в это поверить. He wanted to express so many titles. He can do it. Мог раздать какие-то титулы вайшнавы. That doesn't mean after Bhakti Maharaj gone or in the living condition, что после ухода Бхарати Махараджа что-то там можете делать или даже при его присутствии вы что-то можете написать какие-то тексты и сделать их более привлекательными. Бхарати Махарадж говорит что-то, и они что-то там составляют, намешивают и делают это более привлекательным. Those film producers, you know? Film producer, cinema. Those film producer, when they are producing film, кинопродюсеры, когда if some они, nice man speaking, занимаются своими делами, если кто-то им скажет, сделай так, будет no, это очень классно, и они могут ответить таким образом, о, если я сделаю так, тогда публика не примет этого, люди не поймут этого, now, поэтому present, мне нужно намешать чего-то. Поэтому сейчас вся наша проповедь, все наши тексты, что мы пишем, вся наша харикатха, это только для того, чтобы мы думаем о том, чтобы публика это все смогла переварить. И очень важный фактор, это если кто-то ездил за границу проповедовать, могут спросить, а ты был уже за границей проповедовал? Не проповедовал. А какой же ты тогда проповедник? Но тот вайшнав, он может дать столько много сокровищ, но никто на него не обращает внимания. Но могут обращать внимание на тех, кто обманывают, но not, я не могу вам поверить, что Бхарати Махарадж был сахаджи. Кто знает, что там написано в этих статьях, якобы Бхарати Махарадж, пусть они придут те, кто это все составил, и дотронутся до Нарсинхи, да, божественности Сахарева, и поклянутся, что это его слова. Я слышал от самого Бхарати Махараджа, I heard from Bharati Maharaj. Я слышал от Бхарати Махараджа, что он сказал о том, о тех, кто составлял вот эти вот тексты. Он сказал, они хотят получить пратишту. Вот почему они пошли к этому ачарье. Иначе как они могут оставить твоего Гуру Падпадму? Это не записано ни на какой диктофон, но я вам могу поклясться, могу дотронуться до Сингхадева и сказать, что сказал Бхарати Махарадж. You can show something. Вы можете что-то показать, вы можете попробовать represent что-то представить Бхарати Махараджа в каком-то неправильном свете. Я всегда молюсь Бхарати Махараджу, чтобы он вел меня до последнего момента моей жизни. Даже после того, как я оставлю тело, я хочу попасть в Гуру Варгу. Я не знаю, они примут меня или выбросят меня. Я счастлив бхактир бхагавати акинчана шарабагуны сатру шамасати сураха хару абхактасу куто махадгуна манорathin asato dhavato bahi vanchakalpa दूर से के बाद सिंधु पतितानं पावन भव वैष्णव्यो नमो नमः।